соучастник Дома 2 Рустам Солнцев опубликовал у себя на странице смешное видео. Это видео гуляет уже по всем социальным сетям, а в особенности оно нравится недоброжелателям Ольги Бузовой. В этом отрывке совмещено два отдельных друг от друга фрагмента, но монтаж великолепен и заставляет посмеяться многих. Бузова поет песню, и вдруг ее якобы по голове ударяет обезьяна, после чего, соответственно, певица перестает это делать. Видимо, Рустаму нечем было заняться. Он просматривал ленту в Инстаграм, ну а потом решил сделать репост и залить видео к себе на страницу. Молодой человек попросил артистку не оскорблять, ведь она поет, как умеет, но поет плохо, резюмировал в конце Рустам.